Времени доброго суток. Сниму на полгели, потому что появилось желание. Грузился этим вопросом. Сейчас отключим аппаратик. Кстати, варим, да, вот таким детским игрушечным аппаратом. Значит, стеллаж для холодильника по-быстрому было забабашено. Ну, вот так, просто наложили досок. Стеллажи кругом вот такие. Ну, доски заложили, вот и все. Но единственная проблема, что формат доска где-то там двойка, 2,5, и она занимает место. Значит, пришлось уже что-то делать умное. И сделал вот таким вот образом. Но был один вопрос. Вопрос даже не технический, а вопрос, а еб собачка чих темпах инфляции, когда приходится изворачиваться по полной. Вот, вот эта полоска, она в два раза дешевле, чем вот этот угольник. Ну и технически здесь опять же каким-то образом можно доиграть, что этот угольник туда вклеить и там в угол приварить. И, ну, конечно, это было бы надежно и железобетонно. Но если взять, дело в том, что это не один вот этот стеллажик, а если перегоротать вот это все, то понятно, что вопрос все-таки стоит ребром на злобу дня. Значит, подготовил я этот материал уже очень давно, но были большие сомнения, выдержит ли эта пластина. На самом деле сэкономлено по пространству здесь, ну, под наш формат, под 5 кило, куча места. Вот. Ну и сейчас, секундочку, сейчас сделаем паузу, сейчас поставлю блоки и покажу, как это все выглядит. Вот, накинул угольничек сверху, так, пока просто приложил. Ну, вот так оно все выглядит. То есть блоки, говорю, пакеты с мицелием не подсели под пластиной. Ну, немножко там, может быть, что-то и есть. Но это не проблема. И получается очень рационально. У нас здесь зазор еще какой получается. То есть, когда здесь иногда проблема, ну, в некоторых местах есть доски толстые, ну, и приходится просто его уже силой там запихивать, вот этот блок. Или на этапе формирования пакетов там стараться и делать более широкими, чем, ну, в общем, есть такая проблема, надо думать там, чтобы они были толстые, но не высокие. Когда делается их вот столько, то, естественно, на это уходит время. Вот покажу. Видите, там доска ушла вообще-то вниз. Ну, там соорудили по-быстрому, что было. Значит, хорошо держит. Фактически все суперски. Я еще думал, может быть, там какую-то доваривать посредине подставку, чтобы она поддерживала вот эту пластину и подымала. Ну вот, можно это поднять вот таким вот образом. Но мне кажется, что если вдруг какая бы эта проблема со временем возникла, то это можно сделать немного позже. Я думаю, с этим не будет трудностей. И еще есть один момент, что здесь они стоят фактически в пустоту. Если говорить уже о полноценном холодильнике, то здесь еще пойдет утепление. И если бы вот эти пакеты упирали все-таки в стену, то они бы не создавали давление вниз под силой ньютона. Они бы там стояли под другими силами. То есть был бы упор вот в стеночку. И все вполне получается. Так что, ну, опять же таки, на тему дешево и сердито. Вот такой материальчик. Значит, было использовано угольник. И здесь сверху
для другой опоры. Вот по формату накидываем просто пластину. Это все свариваем. Как видим, вот это радует, что есть достаточно пространства вот здесь для того, чтобы их ставить на место. И здесь, ну, так идеально получилось, что блоки, пакеты стоят один в один. Фактически в холодильнике даже вопрос там, нужно им дышать, не нужно. Им вот через фильтры достаточно того дыхания, которое там происходит. По-любому какой-то воздухообмен они там себе делают. Ну и в принципе даже желательно было бы, чтобы этот воздухообмен был ограниченным. Чем меньше попадает воздуха через фильтры, тем меньше вероятность того, что они постреляют в примордии, в холодильнике, ну и так дальше. Вот такое получилось видео. Забыл отключить музыку, скорее всего, YouTube монетизацию канала забанит. Ну, может быть, музыкальное сопровождение добавит какого-то чуть-чуть, не знаю, как-то украшение вот этой всей моей паттерну видеосюжета о создании стеллажей. Ну, в принципе, и про холодильник я уже снимал, тут довольно-таки все. Больше тут ничего не надо. Проходик для того, чтобы занести и вынести, и пусть и созревает или хранится, и так дальше. Оно создает, здесь создает каркас довольно-таки прочный. Это все перестало дышать. Тут в дальнейшем, в принципе, я планирую. Но это все как-то так идет, связано с теми же темпами инфляции происходящими. Значит, здесь обязательно нужно добавить подогрев пола. То есть это однозначно, даже вопрос об этом не идет. Потому что есть вопрос трех сезонов, когда здесь нужно охлаждать. Но есть вопрос одного сезона, когда нужно здесь все-таки держать плюс один, плюс два. Значит, есть необходимость здесь поставить просто подогрев пола. Этой, вот этой системы будет больше, чем достаточно, чтобы на автомате это здесь держалось плюс один, плюс два градуса. И больше здесь ничего не изобретать не надо. Почему? Ну, опять же таки, можно обратить внимание. Из опыта я знаю, пакеты были подняты вот на такое расстояние, потому что здесь будет еще теплый пол, потом еще какая-то там плитка. Это поднимет еще здесь на 5 сантиметров. И у нас получалась вот такая история, такой расчет, что согласно высоты, которая здесь есть, у нас получался минус или внизу, или вверху. Ну, если бы мы делали это все после наличия пола, то, может быть, можно было рассчитать более рационально. У нас получается так вот, что пол будет делаться позже, поэтому дали вот такой запас, иначе у нас бы не вышло здесь, не сошлось. Потому что есть утепление сверху, под потолком, и здесь уже почти в притирочку приходится заталкивать вот эти пакеты. И есть один такой момент, что пакет, когда он созревает, он немного больше. Когда он уже созревший, а тем более при перенесении его в холодильник, он уменьшается в объеме. Это естественно, потому что идет снижение температуры, и он уменьшается. А со временем вообще пакеты, ну как так сказать, немножко усыхают при хранении, поэтому... Ну, получилось так, что мы решили за счет, то есть низа, и это вообще было правильно. Почему правильно? Если мы сделаем здесь теплый пол, то, естественно, он будет давать какую-то температуру, там 24 градуса зимой. То есть у нас снизу вверх это все, все равно будет перепады температуры, и это будет все стартовать. Поэтому, по-моему, сделано все очень рационально и грамотно. Примите мои рекомендации к своему сведению.
И старый воин, мудрый воин. Вот. А если вам понравилось вот это видео на канале Funny Mushroom School, то подпишитесь и наблюдайте. Будет много всего интересного. С вами был Макс Селлер. Как всегда, на канале Funny Mushroom School. До следующих встреч!